ОБ-350. Это усовершенствованная модель. Предыдущая модель была ОБ-320, не менее успешная в прокате и на мероприятиях, потому что при своей небольшой цене предлагает очень широкий диапазон действий, а также очень качественный свет. Интерфейс DMX, то есть может управляться удаленно светооператором. Есть также режим... Данный программ имеет... Всем привет, друзья мои! Меня зовут Андрей, это компания Pati365, и сегодня я вам расскажу о данном приборе. Это прибор ОБ-350 компании InvaLight. Данный прибор предоставляет очень широкий диапазон световой, может использоваться на дискотеках, в архитектурной подсветке, и при этом он стоит недорого, что для вас, друзья мои, это плюс. Вы можете взять данный прибор и использовать его удаленно с помощью сигнала DMX, а также ставить его в авторежим, использовать множество встроенных программ, а также, что немаловажно, вы можете включить звуковую активацию этого прибора и просто забыть про него. Он сам будет реагировать на звуки, дискотеку, то, что говорит ведущий, например, и включаться, делать автоматически подсветку вашего мероприятия. Будет просто супер. Также хочу напомнить, что он крепится двумя способами. Это или подвес куда-то, или вот такой вот стакан, чтобы вы могли посадить ее на стойку штатив. А также вы можете раздвинуть данный подвес, перевернуть ее и поставить на пол. И будет здорово. Это был обзор прибора ОБ-350. Меня зовут Андрей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока! Pati365.ru – техническая организация выступлений. Аренда. Звук, свет, сцена.